наверное, мать после травмы, как я ощущался сегодня физически? Ну, не на 100%, тяжеловато было, конечно. Не, первый период был хорошо, как бы себя чувствовал. После второго, когда переиграл пару смен, не смог смениться, потому что не было возможности и закислился. Ну ничего, думаю, все нормально. Наберу форму, все нормально. В третьем периоде, в принципе, играли неплохо, создавали моменты. Почему не удалось первых двух в том же ключе действовать? Я думаю, каждый игре создаем момент. Но от этого никакой пользы нет, нет голов. Надо больше лезть на ворота и... Надо спрашивать в первую очередь себя самого, а не смотреть на кого-то. На правах капитана как оценишь сегодня дебют нового голкипера? Не, Леха молодец сегодня. Единственный, мне кажется, из нашей команды, который сегодня отыграл здорово. И... Ну и добавим немножко позитива. У тебя сегодня юбилейный 500-й матч. Знал ли об этом, что на этот счет думаешь? Не знал с утра, вот мне. Ты мне сказал, вот и узнал, а так нет даже, не следил за этим. Приятно, что можно сказать.